Человек здесь? Че там, сбор в Долоране пока или че? Да, у моего лука стоим. А потом че куда? В Разлу или че? А потом я скажу. Там Джест и Машулька еще. Трай, отличающий с один трай, они сказали. В Гере 25-ки. И пойдут к нам. Трясе, блядь. Ты тут сам про себя так написал. А кто тебя на такую мысль натолкнул? Слишком красиво? Да, все так расписано. Я тоже угорал.
Есть время сделать покурить. Да нет, сейчас сумонится будем. Ну кури там, иди минуту. Кто-то сумонится хоть. Значит, подбегаем в Долоран к звездочке, к моему чернокнижнику. Если кто-то в Рагримаре, я поставлю шкаф, сейчас мы сумму. Тикайте в шкаф. Меня сумоните тоже. Тыкните в шкаф. Вот. Всех сумоним, кто не здесь. Отсюда стартуем. Сейчас сумоним всех, я скажу, что делать. Я тоже участник. О, привет. Да это ты сказал, что я не буду участвовать. Я сказал, что я буду участвовать. Мне очень нравится. А чё куда? Да, я. Напал на кого? Блять, я только что оттуда пришел. Ты издеваешься? Так, Дрисси уже улетел. Все уже, блядь, стартанули, сука. Так это... У ретриков есть мастер аур, пусть они спекаются в другой спек какой. Конечно, он быстрее спеть будет. Привет. Он еще раз не сказал, вы улетели уже. А куда вы полетели? Фальс старт, ебать. А куда вы полетели? А то я отходила. В льду. Че за хуйня, я упала? А у меня вопрос, если тут маунт вообще на 150. Жека, ты козел, хоть бы маунта лучше купил. Ебать, могу сбить. Супер. Да, там какой-то черт, кальк какой-то вырывается. У меня был генератор. Я его использовал 4 минуты назад. Можно мне ретрика? Ретрика. Блять, почему ретрика не пошла? А, бля, Трися и Джейми, блять, парочки хуярят. Бля, я менялся, видимость графики увеличивал. Трися меня обогнал, пока я грузился. Тормози, сука.
вообще, он... Да, паладин с бафом. Паламский. Он спрятан или он на видном месте стоит? А какой барамит? Дерево невидимости ебанул по-любому, блядь. Я только сказки такие делал. Да и похуй, я уже прилетел. Войд киперу. Ебать, ты что, его на центральном входе просто оставил? Искать, говорит, надо. Ямы в какие-то смотрю, блядь, колонны. Чё ты нахуй со своими ивентами? Я смотрю, у типа по карте, он просто на центральном входе стоит. Ёбнул. Говорит, искать надо. У тебя фантазия просто охуительная. Сука, аутист ёбаный. Правильно, если хочешь что-то спрятать, спрячь на видном месте. Блять, я калку не могу найти. Говори. Я один уёбок до сих пор в армию не шёл. Кстати, да. Я один. Что я там блядь. Считаю, что мы обосрались. Нашли его. Я вот до сих пор найти не могу. Конченый он, блядь, на входе центральном стоит. А почему я падаю? Места нету. А иди нахуй, ладно, я в кашу пошел. Вещь что ли снять? Ты мог написать эту банк заранее, есть блядь. У кого-нибудь? А в пизду, у меня нигде нету мест. Да. Я не Маша, буду участвовать, наверное... я так посмотреть. Маша, посмотри, у тебя автоматическое спешивание, наверное, стоит. Ты цепляешь землю и падаешь, наверное, с маунта. Но я могу участвовать, если шмотки это... Слушай, я никого здесь не вижу. Шмотки я не сниму, короче. У тебя КД просто на ивент, наверное. Я не против. Да, бля, места нет, ты гонишь. Вообще места нету, хоть бы сказал, мы бы... Надо три не снять. Слышишь, а вот тут наёбщики коты всякие, у них, допустим, меньше урон от высоты.
Я не бот. Я сова. Куда прыгать-то? Друзья! Полетел уже, пацаны. Кто я выиграл, Войт? Компарашют. С парашютом прыгнул. Охуел, покажи, что? Я не видел нихуя. Ща лечу, я все, прыгну. Ну что, мы хилиться или есть? Что мы должны делать? А хилиться мы можем? Перушка-то, Ебать, я 500 гп начислю тому, кто будет наебывать. Ну, бафы тоже снимаем, да? Умер. Резай меня. Бля, мне кажется, тут пролетишь мимо просто. Бафы снимаем или нет? Если летите кто-нибудь резь, алло. Вы слепые, тупые, глухие, кто вы там? Я оставил, у меня КД. Да, я ассиста, там этот просит пати. Серега. Погнали. Еще раз, пожалуйста. Да. Не. Подожди. Я... А почему не смотрят, как будет прыгать, блядь? Подожди. Так я тут сдох. Почти долетел. Твой? Да нахуй вы прыгаете, дохните. Десер, снимай полностью шмот. Там кто-то свалился. А чё,
Бафу, бафу, ты чё? Трися на парашюте летит. Пёс, блядь, шелудивый. Подожди, а на каждой платформе можно кушать? Да. Трясать? На маунте, так нечестно. А никчёмный на маунте. Про баблы не было ничего. Эй, пидор, где тут твой рог? Все, я выиграл. А что, я на маунта могу сесть? Вот я упал к снегу. Все, мне зачем-то обмен кидает, иди нахуй. Тут нет твоего разбойника, вот. Это не он. Это не он. Войт, я не вижу разбойника. Блять, я упал вниз куда-то. Он еще где-то внизу разбойник? Может, я выкинул? Ты уверен, что ты в сети, Нас? Я прибежал первый, это хуйня, короче. Нас наебал. В смысле первый? Я курил тут полчаса уже, блядь. Я нашел его. На маунте летел, в одежде, на парашюте. Я... Ты где его нашел, блин? Я до сих пор его не вижу, ты сказал, он не в инвизе, блядь. В инвизе стоит, зараза. В инвизе стоит. А как он его, блядь, увидел? Я только сейчас увидел, когда ты из инвиза вышел. А... Ты мне косарь-то дашь? О, господи. Сука, к голове вставайте. А чё, фулл баф давать надо или чё? Да не бафайте вы нихуя, вы не соображаете, что ли? Стоп, 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 а у меня вопрос, а нахрена одежду снимать? Так сексуальнее. Когда это все закончится, я вам расскажу, нахрена одежду снимать. Да иди ты нахер со своими, блядь, скалолазами. Ничего нельзя делать, что какие-то прыжки. Мыслить, да топов. Нет. Чё, охуел, что ли? Там он наёбывает все, Машулечка обманывает. Ретри обманывает. Там все обустят. Да. Он линковал в рейд. Он в рейд написал, хавку на единичку вынесите. Я нашел. А друиды охуели, друиды, друиды, алло. Алло, ребята. Птицы. Короче, нахуй, пиздец. Я, блядь, опять разбился, блядь. Тестер хитрюга, блядь. Бля, у мага блинк еще, вот пиздец. Да. Бля, все, пацаны, я съехал.
Кунь, я его не вижу. Вот я прибежал, я даже забежать не могу, короче. А чё, Каук успел? Бля, я думал, я первый! Ебать, да короче, маги блинкуются, он просто бежит сзади меня и блинкуется вперед. Не знаю, Я даже не замедляю падение никак. Не знаю, как, конечно, ни к чем бежит впереди магов, но, блядь, маги бегут впереди меня. Ну да, так тоже можно. Вот мне тут Кальк нормальную тему подсказал. Потом расскажу, когда все закончится. О, ханты еще, кстати, аспект Стайвен себе включают. Да, они всем включают. Надо, чтобы, сука, все одним классом, короче, бежали. Тогда будет нормально. Вам же включило, я все равно помру. Жень. Мне кто-то боб кинул, это не я, но я его снял, я честно. Роксус еще хитрее стал. Он перед падением нажимает перышко и моментально меняет. Нет, не надо. Я да у тебя сейчас не отняли жизни. Я потому что сразу единичку жму, моментально отхиливаюсь. Это главное... Нет, я не жал, можешь смотреть. Ну, в смысле, чем ты моментально отхилился? Блять, у меня 7к хп. Я один раз прожимал, у меня на 50% отхил идет. Где этот? Мало пидор хилится. Блять, я что вроде лазил? Сука, я до сих пор не вижу рогу, вот только когда ты выходишь из инвизы, ни разу не нашел его. Кажется, там еще у класса во всяких же есть обилки, типа восстановления этих. Обнаружение невидимости, прочее дрочь. Дайте еще еды, пожалуйста. Сейчас поставлю стол. Ткните в стол, натуралы. Ебать у тебя панталоны, блядь. Хуй висит, блядь. Ну реально посмотрите, нахуй. Желтый, блядь, какой-то. Сука, называется не надо аспект врубать, блядь. Я не знаю, как вы перепрыгиваете.
Блять, кто-то диван захуярил, гандоны. Смотри себе, хуесос. Вон, Сослятинка опять прыгнул, фул хп, короче. Садится жрать для приличия. Крысы, да ты смотри на мой хп, блядь. Я лично этой хуйней не занимаюсь, я хаваю. Что ты без инвиза бегаешь? Только я рискнул, и мой риск не сыграл. Ретри, резни, лучше меня, хватит туда бежать. А зачем ты сейчас ешь? Да я, короче, на одной платформе решил не похилиться, а прыгнуть напрямую. Только я вниз скатился. Спасибо, любимая. Блядь. Без инвиза заходит. Кто выиграл-то? Блэк Бас какой-то. А, Блэк. Ты в одном квадрате все делаешь, блин. Направо бы ушел куда-нибудь, налево, блин. Он вместе сидит. Есть вон еще одно место шикарное. Сейчас есть. Бля, чуть не сдох, блядь. Ты сердито умер, блин. А, ты уже духом. Кто? Дессер. Ну, Мороксус на ракете, блядь, да вы заебали, где честная его гонка? Летим за ним, блядь. Умер, не умер. Кинь ему рейд, кто быстрее долетит до него. Труп ищем, что ли? Жив у тебя или мертв? Так ни к чем летал на маунте, он же не бежал. Сколько будет, скажи честно, шмотки они тебе откаты одевать дают? Или не надо? Какие они тебе откаты дают? Ни в чем летал на маунте. Ну летал и летал. Да нет, он до этого летал. Блин. Вы что, реально сюда за 1К приходите сражаться? Я думаю, у нас гонка, ребят. Да нахуй не нужны кому. Ну так если не нужны, не участвуй.
Ой, бля. А с Долорана можно лететь? Долорана можно? О, чёрт. Короче, он странно прыгал. Я не конкретно к нему говорю, но у него был фулл шмот одет, короче. И он, когда я его первый раз увидел, он был, короче, 23 кхп и на маунте. Ну правильно, вот как он в шмоте прыгал и летел. То есть он бы не смог в шмоте. Что мне Калик, короче, сказал, говорит, бафа им каски, чтобы они дольше отъедались. Держать начал, как бешеный. А я думаю, вот понимаешь, я снимаю только каску, и сразу на меня ее кидают. А я пытаюсь отожраться, стою такой, класс. Не спадать? Кто в микрофон не говорит, они не участвуют? Типа я. Че, в дырку падаю? Падаю. Ты зачем о себе в мужском числе говоришь? О себе во множественном числе. О, пацаны, тут Алик. А весь рейд за ним пришел, бля. Алик на Ивентвойда подошел, а вы его гоняете там, да. Алик на Ивентвойда подошел. Выгоняй. Бля, я в какую-то яму упал, это никогда не был. Куда весь руду собираешь. Нихуя, 10 лет играю в Warcraft, первый раз здесь попал. Это тут да. Квесты, там безликие сидят. Да, прикольно. Все Алика. Первый раз вижу, слышу вообще. И вниз, вот сюда ко мне и вниз. Можно было на самую крышу ЦЛК, там такая же платформа, как у Литвы. Отсюда уже никак не выйти. А здесь грибочки, блядь. Там есть портал. Все этому Алику дверь кидают. Вы там внутри или на крыше, или где? Мы внизу, в подвале. Она, наверное, не знает. В подвале, но... И это секретное место. Погреб целка. Сука, доставай огурцы, блядь. Пошли. Пошли лучше на берег, там он красивее. Блять! Я застрял. Прямо в алтаре.
А можете просто при Самоне, я? Давай, ко входу ссылка, я тебе покажу где. Или Оптимус покажу. Мука там тоже. Кому там дорогу показать, где ты находишься? Вот у камня у целка. Все, стой там сейчас, отвлечу. Давай, входу целка. Кто не знает. Цепляйся за меня. Могут те, кто, допустим, не участвуют, типа комиссии какой-то стать или еще что-то? К входу ЦВК. Да, да, слышно. Да. Он певчий полетел. Так все уже, походу, поставили. Следственно, показать себе? Спрыгивай, там вода. Да, мы не знаем, какие истории подходят. Слушай, я тебе показать? Давай, как пример расскажи, а потом поставим. Пошли со мной. Прыгай вниз туда. Вниз прыгай. Там вода есть. Да. Я реально, если честно, первый раз тут. Не. Я нихуя не помню, если честно. Я помню, как ты мне газон накидал. Я помню. Да. Блять, я сказал нет. Могу. Да-да, расскажу. Не-не-не, показываем проход. Знаете, тут дрянный какой-то пришел.
Че, все не Все просто жмут на автомате, да, и... Бля, пацаны, которые не голосуют, тупо тебя обижать не хотят. Они знают, что ты видишь, кто лайкает, а кто нет. Я 9 насчитал. Блять, уже наебал его на счёт. Короче, любой момент из Вовки, типа. О, 666, ебать. Так Хант, 81. 81, не? Ламура. Ламура. Ну, спасибо. Для меня эмоциональная история — это первый раз на БГ. Я знаю, что... Ну, это, возможно, было у каждого, но когда я попала в первый раз своим вот первым персонажем, моим вот хантом, я вообще не понимала, что там происходит. Все куда-то бегут, что-то делают. Зачем мы бежим? О, алики, здравствуйте, давайте мы вас убьем, давайте, нет. Давайте мы вас убьем. Ну, то есть для меня это был крайне большой шок. Но там попался один восьмидесятник, который стал со мной бегать. Я тогда просто только начинала одевать ханта, он был полностью ПВЕ и довольно-таки малый дамаг имел. Я еще тогда и ротацию вроде не знала, просто вот, ну, первый персонаж. Это было настолько по-дурацки. И вот этот вот восьмидесятник, это был ДК, который... Просто сносил вокруг всех аликов, которые шли на меня, и, не знаю, это был замечательный ДК. К сожалению, я его больше не видела, но надеюсь, что, может быть, он где-то среди вас. Вот так вот. Отличная история. Давайте я чекну и голосуем. Ну вы поняли, что она про Джерри она рассказывала? Да ебать вы пидоры, кто нет нажал. Нормальная история вообще была. Не говори. Слушай, я тебя чисто с тебя сниму, блядь. Не надо, слышь, я судья по тебя. Сука, теперь наебалово будет по очкам, да раньше ты... она не могло быть. Просто ты говоришь, не надо ничего говорить. Ладно, так, следующий. Я ничего не сказал. Ну, просто, ну ладно, еще меньше будешь говорить, чем ничего не сказал. Давайте, кидайте ролл. Кто больше кинет ролл, тот следующий рассказывает. Анимал. Анимал, красавчик. С Джейми на пару. Ты сказал, кто меньше кинет. Да, ты сказал, кто меньше, кстати, давай по-честному. Кто больше, я сказал, в смысле. Сказал, кто меньше кинет. Он сказал, кто больше. Не расслышал. Да больше он сказал. Animal и Джейми перекинули, Animal выиграл. Давай Animal на пьедестал. Поставил череп, рассказывай. Можно звездочку? Да, его надо туда столик поставить. Давай звездочку. Так, привет всем. Я вернулся. В общем, как знаете, удалил чары всех и тому подобное. Вот сейчас недавно резнул 3 перса. Ну как недавно, вчера точнее. И моя история такова, прохождение на X100. Боже мой. В общем, там Ола постоянно аликов. Вот я бывал как бы на Ола, ПВП, что там вся фигня там. Залетай на Ола. Ну как обычно, орда там пати 3. Бичи по 4 КГС бегают. И альянс фуловые 2 рейда там, не знаю. И под то, что из этого... перебор альянса, у меня появилось, знаете, стаки, которые вот ХП увеличивают, дамаг, отхил и тому подобного. И у меня
сколько, я не помню, 12 стаков, у меня где-то было 150к хп. Я как бы в протопаде там пвпшил, за дешмутом, ну как бы нормально такой оделся. И в общем, иду я на... Там, погоди, при рейде. Иду я на какую-то, на кузню или на чё, или на это... На захват... Это, как его, не забыл. Ну, башню какую-то, наверное, да? Ну да, да, я не помню, на башне. И как бы идет толпа аликов, ну просто человек 10. Они такие тоже как бы, ну, не скажу, что по 8 там одеты и тому подобное. И просто я разваливаю вот эти 10 аликов под этими бафами. Блин, это так клево было. У меня просто тычки в протопале по 20к было. Привстал, вот, наверное, да? Как... А? Что говоришь? Я говорю, привстал. Ну просто прикиньте, вот 10 аликов бежит такие, блин, и я под этими стайками их всех разваливаю. Вот это было жестко, просто как, не знаю, что. Ну, что еще добавить там? Рейды. Рейды там, олчат просто летит. Там просто не успевают что-то там прописаться. Больше секунды оставаться на одном и том же месте. Далее. Ой, как вам сказать, X1, 3 вагона, 25-ки, X100, 15 вагонов, 25-ки, примерно так. Ну просто там эмоции в рейде в 25-ки просто зашкаливают, и если ты релишь еще, тем более, я там гильду как бы создал, оделся уже. Там, да, вот именно что, вот, Женя подтвердит. Ну просто капец, люди не понимают ничего. Долбишь неделями, и как бы просто потому что скучаю с гильдии, как бы люди не понимают. Вчера я что-то вспомнил про X1, зашел, посмотрел, все по-прежнему, все старые ники и тому подобное, старый олчат, старые никнеймы. Ой, и вот решил вернуться, как бы. Все, у меня все. Все, отлично. Голосуем. Занимал джаза. Он просто про одного еблана не рассказал, который играет 5 лет в Вовку просто и не умеет сидеть в Обаме. Это просто ужас. Это кто такой? Да там есть один долбоёб, короче, 20 вайпов сделали, блять, он до сих пор... А потом он на 21-й трай, короче, говорит, давайте я еще раз попробую сделать квест на Обаму, блять. Жека, а ты кем сейчас в рейде у нас? Коиз. Ладно, давайте... Антон, походу. Ты про которого спрашиваешь. Кидайте следующий ролл, там 6 человек осталось, кидайте ролл. Джейми, Мраксус, Ретри, Теоретик, Баш. Баш, походу, у нас вырывается на историю. Давай Баш на пьедестал. Все внимание, рассказывает Баш. Моя история немножко другая, в отличие от ваших. Это более поучительная. История о дружбе и БГ. Зачастую на БГ мы ходили пати. Соответственно, вдвоем в основном регали, чтобы не ждать по 10 человек в очереди. И регали как ДД и хил. Бывало так, что нас кинет на альтерак. И когда мы ходили с другом Поленом, РНБ, короче, был такой некий, зачастую ходили с током ДЦ. И, значит, с ними произошла буквально за один день одна и та же, нет, не читая по бумажке, одна и та же ситуация. О том, что на нас бежит толпа аликов, а нас всего двое. И я по Лену говорю, типа, Славик, беги, там, типа, я их задержу, там, это, сколько смогу затанчу, а ты убегай. Он такой, нет, я с тобой останусь, да-да-да, вот Димон, вот этот, типа, с тобой останусь, мы умрем. Точно такая же ситуация, буквально через пару БГ, но уже с пристом только. Ну, спасибо, Рома, да. И там ситуация такая же, то, что я говорю о том, что, типа, я задержу их, типа, этот... Ты давай этот, Никита, беги. Он такой, говорит, я, говорит, уже давно убежал. Вот как-то так. Лол. Так, переебался. Голосуем за Баша.
И Рома пидор. Теперь надо пацанам дать переголосовать, они теперь да нажмут. Давайте, кидайте ролл следующие. Маракс, так, теоретик. Теоретик. Так, теоретик. В общем, сразу скажу, что моя история немного, ну, не о том, но она начиналась с игры WoW. В общем, как я начал вообще играть в WoW. В общем, подсадил меня брат родной, у меня два старших брата, и прикол в том, что когда я начинал играть, я вообще не играл в эту игру, потому что они один ночью сидел, один днем, и мне времени вообще не оставалось. Вот и все, в принципе, что я хотел вам рассказать. Моя грустная история. Кончили, да? Ёбки, да? Порезал обоих, да. Есть такое, есть такое. Голосуем за этого типа. А, у нас они еще двойнята, получается, у нас 10 лет разницы. 9,5, в общем. Слушайте, нокаут, ни к чем голосуйте, блядь. Да я. Те, кто не голосует, блядь, к сожалению, это 0 баллов. Остались 4 человека, 3 Сиаре, 3 Амараксус, Джейми. Кидайте ролл. Так, ага. Бля. Еще раз. Ну давай. Давай, Трисия. В смысле, Трисия выиграл. Ну, Трисия, вон, 95. Да. Давай, Трисия, вещай. Короче, скажу об одном бомбилове относительно недавнем. Вы все знаете, конечно, что с Войдом ходить в рейды — это пиздец. Но это был вообще пиздец. Пошли мы в десятку льду. Мало того, что он взял каких-то баб, которые нихуя не умеют, а фкашут. Мы вайпались на Фрей, короче, час, блядь. Потом мы пошли на Йоксарона делать плюс ноль, потому что Войду ебаный в рот нужен топор, блять, на ебаную ачиву. Тактику знают только два человека, три человека. И короче, бля, после, наверное, третьего вайпа моя задница сгорела, и, блять, я начал орать в арка, что вот пидор, это последний трай. В итоге кто-то там перезашел, мы все-таки его убили, все было нормально. Все. Висовая история, блин, мне понравилась. Мне как годная, да? Голосуем за Трисси. Да. Так, Ретри, Амараксус, Джейми, кидайте ролл. Амараксус врывается, походу. Ретри врывается. Берем, слушаем Ретри теперь. Ну, расскажи, пожалуйста, историю. Я расскажу вам много интересных историй. Слушайте. Ну, самое-самое, что запомнилось, это когда был какой-то ивент, это был сервер, еще был тестовый X20, была гейм-лист такая. И вот мы выиграли этот ивент, у нас была такая небольшая гильдия Blood of Empire на X20, вот, и она нам раздала, ну, по желанию, как бы превратила нас, вот меня в Джайну она превратила, других там, ну, кто во что пожелал. И мы вот целый день бегали по Долорану, с нами все фотографировались, вот, на целые сутки. Вот я была Джайной. Вот это мне больше всего запомнилось. Вот это первая история. Вторая история вообще была интересная. А, может, кто еще помнит время, когда это пинали престов. Вот. Но поставили приста в Агримаре, в Аллее Духов, ну, недалеко, где меняют, значит, хонор на камни. И вот дали мне рогу 67-го левела. И вот этим рогом бегала, значит, пинала этого приста, потом хонор меняла на камни,
в итоге со мной уже где-то образовалась компания в 10-15 человек. Вот. И какой-то тип меня увидел, что у меня там уже было киллов за 300 тысяч, и пишет мне в своем: «Рога, ты, говорит, могуч, типа я тебя забаню». Я говорю: «Да бань». В конечном итоге у меня, наверное, было рюкзака 3-4 камней саков. Вот я их продала и разбогатела. Вот. Но потом, когда голду порезала, и как бы это, всех обанкротили. История, все денежки я потеряла. Потом еще была такая история, когда у меня украли аккаунт, и я вообще ушла с этого логана. Ушла на логан третий, там прокачала персонажа, и потом этот логан закрыли. Вот, потом я пришла на логан один к вам. Вот, меня Слава взял в гильдию. Это третий логан. Да. Ну, в общем, такие вот такие интересные маленькие истории. Он не Слава, Александр, на самом деле. Неважно. На самом деле. Я как его зовут. Вот. Ну, в принципе, как Риды у нас все веселые, запомнились. Ну, запомнился, наверное, Рид, когда с Певчем мы пошли в обычку в 25, а я уснула элементарно на Валитре, и мы там разошлись. Я даже не помню, что там было, убили они или не убили. Ну, вот так как-то. Все, да, голосуем? Голосуем за Ретри, за Пупсика. Еще два человека, да? Да. Дай пати на шаман слайк, ТФПМ отписал. Сейчас. Дал пати. Так, Мараксус, Джейми, кидайте ролл. 19, короче, у меня. О. Мараксус, рассказывает Мараксус. Так, ну короче, мое тело пока не с вами. Мой голос с вами. Расскажу две истории. Довольно недавно они случились. Нет, одна давно случилась, одна недавно. ПВЕ и ПВП типа. Как-то вечером было делать нечего. Смотрю, собирает рульдуар 10 на йог Сарона плюс 0. Ну, думаю, пойду помогу ребятам. Захожу на вара. Я не был в курсе, что там за рейд, что там за люди. Вроде РЛ так типа объяснял, думал, ладно, убьем. После чего я понял, что мы его ни хрена не убьем. Поскольку в порталах люди не знали, что делать, я говорю им: хорошо, ребят, я в соло сливаю все щупальца, вы просто стойте, пожалуйста, ну, как заходим в портал, на мозг смотрите. Порталы были легкие довольно. Хорошо. Я захожу. Начинаю сливать по кругу щупальца, там удобная комната была. Ну, иду, сливаю, типа, все слил, мы начали бить мозг, такой раз, ну, вайпнулись, короче. Потом такой: что-то там дамаги не хватило, я не был в курсе. Ладно, второй раз, все то же самое повторяем, он поменял, по-моему, людей в порталах, да. Это было вообще весело. Я захожу, опять та же комната, иду по кругу, сливаю, все, слил. И такой момент, меня убивают мои же чуваки, которые ушли в контроль. Я такой: ребята, вы что там делали? Мы, короче, повернулись, смотрели на тебя и стали красными, они мне сказали. Такой: ё-моё. Ладно, другая была история, когда я играл на ПВП, вара создавал. Протиком так же дуэлился. Пропал, ты тут? Ты тут? Алло. Вы слышите? Не слышно его, да? Не слышно. Не слышно. Алло. Алло, алло, слышно. Пал. Меня багнулось. Ну, короче, на каком моменте там то, что я варом, по-моему, упрошился, да? Угу. В протике. Был, регнул как-то. А, ну да, вот я там уже оделся более-менее, что-то пол-7, пол-8 бегал. Ну, захожу такой на этот, на БГ, Олу. Там, короче, ну флаг на центре есть и спуски как бы вниз, где можно спрыгнуть, пробежаться до своей башни. Вот такой момент. Ну, я забираю флаг, вижу, за мной бегут алики.
Хорошо, я даже не смотрю, я спрыгиваю вниз, смотрю, чувак дерется с каким-то другим аликом, я чаш в него. Хорошо. Смотрю, эти уже там куча такая прыгает вниз. Я делаю рывок в другого, который бежит на того чувака, который дерется. И в этот момент оказывается, что это был шаман, он делает гром и молнию. Меня откидывает в обрыв, но я успеваю сделать в полете таргет чувака, который дерется. Вот. Делал на него вмешательство. И в итоге, ну это был тот момент, когда еще вары в полете могли возвращаться. И в момент это там был маг, получается, фаерин, а взрывной волной обоих он скинул. Вот, пожалуй, на этом все. Я с этого момента поржал, конечно. Так, ну, голосуем. Ну и, Роман, давай нашу свою историю завершаешь. Где он там? Ребят. Меньше всех вырулил. Фу. Да на самом деле истории можно тысячи рассказать, вообще миллионы. Знаете, что самое забавное? Я сейчас стоял, пытался вспомнить что-нибудь и ничего вообще не вспомнил плохого. Никакого негатива. Все вот эти бомбежки на Джериона, там, на Трисию, когда какие мы вспоминаем. Всякие пидорасы, которые ливали с гильдии, что-то портили в рейдах наших. Все, что не получалось там или получалось, этого всего не помню. Честное слово. Вот как-то, ну, либо помнится это все с простой точки зрения, либо с никакой не помнится. А вот самое забавное, что я помню, это был 2010 примерно год. Я в 10 классе учился тогда. Все время, очень долго мечтал я скачать какую-нибудь онлайн-игру, создать там свою гильдию, развиваться, вот таким крутым игроком в ней быть. Скачал я WoW, тогда мне его скинул друг. Начали мы играть, еще на БК тогда играли. И вот я уверен, сейчас это для всех история, самый незабываемый момент. Я вообще удивлен, что вы не вспомнили про него. Это когда вы первый раз, короче, получаете максимальный уровень. Но тогда на БК это был 70-й, но когда я апнул друида себе 70-го уровня, 10 класс, меня эмоции переполняли, я настолько, короче, кайфовал, что не мог уснуть. И просто, ну, нереально, было круто. И вот вспомните, ради чего вообще все мы играем в Warcraft, там, в онлайн-игры эти, когда первый раз ты что-то испытываешь, первый раз проходишь, первый раз с чем-то знакомишься. Настолько шмотку это круто, выбиваешь. Короче. Чё? Шмотку выбиваешь, нужно. Ну, шмот — это уже не так круто, как, короче, то, что ты ощущаешь, когда вот идешь к этому шмоту, когда качаешься. Я даже сейчас вот создаю иногда персов покачаться, потому что, ну, типа, в кайф ощутить то, что ты испытывал несколько лет назад. А то, что каждую неделю я это ЦЛК хожу, никакого удовольствия я там от него не испытываю уже. Вот такая история. Эмоции были именно в плане того, когда апаешь последний уровень, когда первый самый раз это делаешь. Спасибо, ребят. Давайте голосуем за историю. Вот ты сейчас рассказал историю, да? А у меня был кайф, когда я просто за комп садился. Чё, ну, я историю про братьев рассказывал. Компания, хватка была. Да, игра вообще, когда первый раз увидел, просто офигевал. Так, у нас немножко спорная ситуация, сейчас я вам расскажу. Значит, по очкам. Могу, в принципе, вам озвучить, сколько все очков набрали. Так, Войд, себя я не считаю, там 10 очков. Ну, типа вот эти баллы, кто там да нажимал. Ламура 8, Animal Jazz 6, Баш 11, Теоретик 9, Трисия 14, Ретрия 12, Мараксус 9, Джейми 14. Значит, у нас нужно такую тему замутить. Нужно Трисию и Джейми как-то на что-то разыграть, как-то замутить, чтобы они оба шутку какую-то рассказали. На бутылку. Или им просто пополам дать этот два косаря голды по косарю каждому. Ну, давайте дуэлиться, я согласен дуэлиться. Дуэлиться? Да Трисия тебя выебет просто. Нет, ты гонишь. Не, ну это понятно, что ты выиграешь. Тебе просто эти два косаря нужны, Роман, или нет? Нет, нет, мне нужна победа. Над Трисией. Ну давай по дуэлиям посмотрим. Нет, давайте без шмота в натуре. Не, если что... Ну, вот, на кулаках. Видишь, как неинтересно. Почти. Давайте мы еще по одной истории играть. Или еще... по шутке. Так а мне шутку надо подумать. А по шутке ты
То есть предлагаешь по второму кругу пройтись, да? Ну, я думаю, можно еще по истории рассказать. Просто у Триси была смешная история, у меня серьезная. Я сейчас что-нибудь смешное тоже вспомню. Ну, давай, хорошо. Давай тогда... Все вот... Сейчас сколько у вас там? Баш, будешь участвовать? Что, зачем? Ну, еще одну историю рассказывать. Все первое место и второе. Ну, надо здесь, придумать. Здесь подразумевалось, что если по второму разу рассказывать, то мы еще раз проголосуем, типа, за вас. Не, я только за нас двоих, я еще раз вас всех слушать не хочу. Вы двое, да, у кого одинаковое количество баллов. Давай тогда ты и Трисия, давай первый начнет. Давай первый ты начинай, потом Трисия что-то скажет. Мне надо 5 минут подумать, сейчас тогда... я еще ничего не вспомнил. Трисия, ты можешь что-то сейчас рассказывать? Короче, пошли как-то целка 25 гер. Ну, пришли, все, лечи объем. Я тогда протопалом еще ходил. Ну что-то, короче, вел я как-то трэш, ну непонятно как. Джейми тогда релил, орал на меня, типа, блядь, что ты делаешь? А я еще тогда так на стакане нормально был. Ну, короче, мне заебалось слушать. А я как-то близко подвел трэш на переходке. Ну, мне, короче, слушать заебалось, я его развернул. И, блядь, шаркарями убило, наверное, процентов 70 рейда. Ну, короче, все стали орать, и я только слышу, блядь, у Ромы истерический хохот в РК. Говорит, ну ты Триси и конченый. Короче, такая история была. Бля, это не та история, которую я ждал. Я готов, короче, у меня сразу какую продолжение. Какую ты ждал? Давайте сейчас сначала... рассказываю, какую сейчас, я ждал. Подожди, за Трисию давай проголосуем, потом расскажешь. Давайте ставим да, кому нравится история Трисии. Я вас подсчитаю, чтобы потом тоже сравнить очки. Так, раз. 4, 5, 6, 7. Я хочу ваше внимание обратить на то, что вы сейчас будете голосовать между Ромой и Трисией. То есть вам может обе истории понравиться, но сделайте так, чтобы проголосовать, в принципе, как бы сравнивая их истории, какая лучше, какая хуже. Я все время да нажимаю, короче, я изо всех нажал, да? Вообще не знаю почему. Давай, Роман, рассказывай. Короче, моя история точь-точь такая же. Вообще, это было году в 15-м, наверное. Мы уже были сильно крутой гильдией, постоянно много убивали, короче. Было вайпаться для нас, ну, неприемлемо. Вообще жестко, мы валили все подряд. Короче, Трисия танчил протопалом. Лича, первая фаза. Вайп, короче, Трисию убили шаркающие. Второй трай, убили шаркающие. Траев 6, наверное, короче, Трисию убивали шаркающие. По-моему, я даже не релил тогда, но меня бомбануло жестко. Я что-то наругался на Трисию, напиздел на него. Мы посрались. Он спекнулся в ретрика, я зашел на танка, мы начинаем бить, короче, меня убивают шаркающие. Это был просто пиздец. С тех пор меня ни разу в жизни, по-моему, не убивали шаркари, вот так вот, ну, по-тупому, если чисто не стечение обстоятельств. Но это был просто, короче, трешак. Вот. Хотел извиниться за Трисию перед этим. Но я тогда еще извинился, короче. Спасибо. Давайте голосуем за Романа, смотрим. Я скажу, сколько у кого баллов. Кто первое место? Ебать. Еще есть история, как Трисия лутанул Лича, как Джерри на стерию кинул. Это пиздец. Пиздец, Роман, ты, блядь, выигрываешь по баллам, пиздец. Так, ну, Трисия 12 набрал, Роман 16. Это, Роман, тебе два косаря тебе отдавать или Трисия отдать? Да, отдай Трисии, мне не нужно. Так как ты там, ну, продаешь аккаунт. Так, Трисия, первое место у нас, второе место Ретрия и третье место Баш. Так, Трисия. А кто не знает, как Джерри она унесла Валька холипалом, я расскажу тоже. Блин, только я хуёво помню обстоятельства. Короче, Джерри, он долго-долго был трай, вообще долго. Ну как трай? Типа долго спор был перед траем, во сколько хилов хилить. Джерри, он был холипалом в рейде. И, короче, убедил всех, говорит, да мне похуй, я все отхилю. Мы в три хила вообще цари и боги, короче. В итоге начинается трай, бьем, все нормально, хила хватает. Все заебись, последняя волна валик, там 43 уже процента у Лича, короче. Не последняя, вторая, наверное, была. Бьем Лича, хуяк, Джерри, он умер. Все такие, а что такое, а как, а что, типа. Он говорит, да ебать. Что было? Он говорит, меня, я бабл нажал, а меня Валька схватила и унесла, или как там было? Да, я типа тут баг на циркуле, я бабл прожал, а меня Валька схватила. Да, такое не должно быть. Ты немного спутал. Короче, на Вальке хватает людей, падает БДК,
три хила идем, я спрашиваю: Джерин, что ты не хилил МТ? Почему он упал? Он говорит: я в Вальке улетел. Открываем аккаунт, ой, БДБМ, смотрю ники, там нету Джерина, Джерин просто стоял в центре хилил. Джерин стоял хилил, и БДК упал, короче. Он говорит: меня Валька унесла. На самом деле Валька, короче, его не брала в этот момент, точно, забыл чуть-чуть. Лол, наебал, короче, вас, да? Он же вроде говорил, что-то Вальки хилят, по-моему. Ладно, ребятки, смотрите, что я вам хочу сказать. У меня осталось 16 подарков вам разыграть, и 17 это суперприз. Это последняя часть ивента, называется рулетка Войда. Это завершающая, там, ну, минут 10, покидаем ролл. Значит, собираемся вокруг черепка. Собираемся вокруг черепка. А, смотри, нас здесь в рейде 19, получается. И? Ну, минус ты 18. И что? 17 подарков. А если еще Олег не участвует, тогда всем достанется. Да, и к чему ты это говоришь? Че ты кидаешь обмен? Потому чтобы люди по второму не получали, и ты их переносил да в отдельный платье. Да хоть 10 можешь. Куда? А, ну спасибо. Это ж рулетка, тут можно все выиграть, нахуй. Я ебать дал Войду 3DS, и говорит, что ты мне трейд кидаешь? Не, ну я не видел сначала. Не успел покинуть. Значит, смотрите. Блядь, да ты мне сумку захламишь. Я понимаю, что у меня 4 на 36 слотов, блядь. Спасибо за извечки. Значит, смотрите, кидаем ролл, и я просто случайный подарок буду вам давать. Давайте, кидайте ролл. Можете хоть 10 подарков выиграть, если у вас ролл будет сотка. Эй, Вадь, давай тогда все назад. Я дал свои ингры, чтоб всем хватило. Да дам назад, подожди, давай сейчас мы разыграем все это дело. Так, сейчас у нас выигрывает Копар. Сейчас погоди, я прилечу до Долора налетал, блядь. Ёбана в рот. Так, ну давай, твой подарок я отложу в сторону. А чё там? Ну, 5 рыбного пира. Там что-то в обертке. Не, не всегда, 5 рыбных пиров там сейчас. Кидаем еще ролл. Следующий подарок. Блядь, ты опять 96 что ли кинул? А, нет, это после было. Так, что там? 92 теоретик. Правильно я понял, да? Теоретик. Кидай обмен. Так, ты выиграл у нас, ну, какую-то хуйню в упаковке. Открой, пожалуйста, и прочитай, что там написано. Если там написано, что... Да, у нас 36 онлайн. Может, мы сходим куда-нибудь? Да, сейчас сходим. Я же говорю... Прыгающий детеныш. Прыгающий детеныш. Вот, питомец. Можешь ретрик питомец дать, она хотела. Если тебе он не нужен. Дальше. Кидаем ролл. Следующий лот разыгрываем. Кто у нас там? Суслятин. А, ретри 95. Так, ретри обмен. Это... Ретри пока не до этого. Что такое? Как это не до этого? Не знаю. До этого. Ну тогда релогайся. Выход из мира. Не кидайте обмен, если этого не нужно делать. Мы сэкономим время. А то так будем сейчас багать друг друга обмен. Как кто выиграет, тот и будет не обмен кидать. Сейчас перезайду. Ну где, блядь, найти не могу нихуя. Так ты же был здесь, нет? Ну, знаешь, я уже, блядь, по ЦЛК дырка такая, туда прыгаешь, там глубоко-глубоко. Ну, я сейчас залетал туда, но напою. Ну вот, мы там внизу. Так, давай. Если что, она выиграла косарь голды. Чтоб я косарь голды выиграл. Спасибо. Кидаем следующий ролл. Да не озвучиваем, что там за подарок следующий. Просто буду. Я больше 30-ки кину когда-нибудь. Кинешь, наверное, когда-нибудь. Так, Animal Jazz обмен. 500 голды выиграл. Кидаем еще ролл. Так, следующий у нас там что? Так, 89, 95, Оптимус. Оптимус, сотка, теоретик, кидай обмен. Тебе везет на подарки в упаковке, охуеть.
Давай. Читай, что там. Данная бумага гласит, что вы выдающийся боец. О, заебись. Ну, а так, в общих словах. Ну, так и есть, тебе повезло. Это считай, что нихуя не значит. Ну, типа ты красавчик, но это так, на бумаге так. Ну, понятно, давай дальше. Кидаем дальше ролл. О, 6. Так, что там, кто у нас? 84 хмели сунели, что ли? 84. Калк еще. Кидайте хмели сунели и калк еще раз. Опять 84. Калк обмен. Подарок в упаковочке тебе дается. Читаешь, что там. Или напишешь. Позвать Вайда любым его персонажем в ППГ. Нормальная тема, я бы такое хотел. Кидаем следующий ролл. Дальше сразу скажу, подарок без упаковки. Чтобы вы не думали, что там опять какая-то хуйня в письме будет написана. Так. Мечом. Кидай обмен. Ну, не на твой класс, ну да ладно, кому-то отдашь. Что, багруха? Нет. Так. Кидаем еще ролл. Багруха в финале, наверное. Не, багрухи у меня нету. Так. Ламруа. Ламруа обмен. Это один древнейший сиронит. Дальше кидаем ролл. 8 слотов осталось и потом суперприз. Так, 93. Чоппер. Филипец. Откуда вы знаете же Чоппер? Кто вам сказал, блядь? Ты сам обещал, потому что... Правда, Чоппер? Да. Филипец, читай, что там. Подарок в упаковке. Хрена не выпало. Ну читай, что там. Подарки-то. Пуешку в бреде. Единожды. Кроме багрухи. Кидайте еще ролл. Вот следующая фласка для РДДшек будет. Так, кто там? Animal Jazz. Animal Jazz обмен. Пять фласок ледяного змея. Кидаем дальше обмен. Ролл. Так, хмели сунели, я так понимаю. Хант. Хмели сунели, кидаем обмен. Фласки на Мирика. Пять штук. Кидаем дальше ролл. Лизни тотем. Так, лизни тотем, давай обмен. Ну тебе меньше повезло. Два зелья быстроты. Пиздец. Кидаем дальше ролл. Выиграешь чем? Ну, может другой раз. Так, теоретик 95. Теоретик, смотрите, третий раз выигрывает. Теоретик обмен. И, блядь, подарок опять в упаковке, прикинь. Но я догадываюсь уже, какой там подарок, потому что я помню, что у меня всего 5 было. Читай, что там. Механоцикл. Дает шанс получить единожды коня на слича, в общем, коня. Прикиньте, да? Представляете, как это охуенно. Кидайте ролл. Минимум джаз. Джаз обмен. Бля, я что, не сегодня выиграю? Алло. Пять фласок на танка выиграл. Минимум джаз. Кидаем еще два раза и потом суперприз.
кидайте. Суперприз, походу, чоппер. Да-да-да. Атрисия. Атрисия, что ты два раза кинул, там 81 вот кинул? Либо груха. Либо груха, я бы сказал же. Атрисия сначала было 97. Я понял. Фласка на МП5, на 100 чистого колдунца, 5 штук. Заебись. Еще кидаем ролл. Может там призрачный тигр, суперприз. Калк. А не, 100%. Оптимус. Оптимус обмен. Такие призы были. Где ты, Оптимус? Кидай обмен. Ты где? Ты где там? Два зелья несокрушимости. Красавчик. А у меня лишний самый плохой. И давайте теперь внимание, сейчас мы разыгрываем суперприз. Кидаем ролл. Ебать. Филипец. Бля, чё не сотка нахуй? Все победу. Так, Филипец, у тебя есть механоцикл на персонаже? Давай сюда его, не гони. Филипец выиграл механоцикл. Филипец. Я бы на твоем месте отдал ретри. Она пупсик. Сука, заработай сам, отдай ретри, блядь. Доебался до пацана. Отдай Джейми лучше, братишки. На самом деле, Слав, спасибо. Классный ивент. Понравился. Вот, на этом мы заканчиваем наш ивент. Все, все три части прошли. Ебать, ты будешь 3DS стак из вечки разыгрывать, который я тебе дал? Куда ты их всех отпустил? Ну давай разыграем, похуй. Сейчас иди, сейчас. Давай, конечно, ханоцикл какой-то, я ж не зря это давал. Значит, разыгрываем стак из вечной земли и 3 древнейших сранита сразу. Давайте кидаем ролл. Если я выиграю, оставляю... Токен там еще на 20 арпа. Смотри, я единственный. Да, сокет. Так, кто там? Дессер. Дессер обмен. Дессер, с тебя откат 1 ДС для меня. А то у меня стака не хватает. 20 извечки, Дессер. Кидаем ролл. Дессер мне извечку обратно отдал, нахуя. Минимал джаз. Давай обмен. Ай, бай. Ты не выиграл ДС, да, Дессер? Он извечку. Так, Animal Jazz DS выиграл. И кидаем последний ролл. Это... Все, ретри теперь может пара попала забиваться. А, ретри выиграла, да? Ну давай, обмен. РП. Тут суслятинка еще прибавилась. РП будет заряд? Я не знаю насчет ИП. Где ты, ретри? Камешек на продаж там на аукционе. Так, кидаем еще один ролл. Суслятинка добавил суперприз от себя. Суперприз от суслятинки, так назовем. О, я сразу вижу 99. Дессер. Давай я тоже кину ролл. Если я выиграю сотку, то оставлю себе. Сука, почти. Так, это... Но я в натуре, я перепутал. Это теоретик. Теоретик, обмен. Ты сегодня красавчик, ты выигрываешь. Я в Долоране, говорю же. А, в Долоране. Ну все, я тебе передам. Тут, короче, рецепт с ИВК, с ИК. Короче, всем спасибо, все красавчики, что пришли, что получили подарки. Вот. Через 2 недельки будет еще ивент, я там уже его придумал. Можете там какой-то рейд сейчас собирать. Все, расходимся. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Хорошего настроения, любви, ласки, объятий. И помните, как вы первый раз апнули своего персонажа. Аминь. Ой, да.